Сейчас все отлично. Осталось взвеситься. Вроде его сейчас потренировался. Чувствую тоже легкость. В принципе, нет каких-то проблем серьезных. Поэтому будем создавать проблемы сопернику. Он великий боец, очень опытный. Да, у него были определенные проблемы, но это очень высокий уровень. Да, у меня есть преимущества, но у него есть свои. Я бы не стал здесь выделять фаворитов, потому что это бой. Он тратил очень много сил. На самом деле я занял правильную позицию. Держал его на спине, это было главное. Чтобы не дать ему перевернуться. Я знал, что он отработает, ему будет тяжело, второй раунд будет мой. Так и получилось. Он умеет душить, умеет очень хорошо это делать, но опять же, на каждое действие есть контрдействие. Да, мне не получалось вставать. Я пытался просить рефери, подыми. Ну давайте честно. Зато была интрига. Зато получилось очень интересно. Что произошло? Хороший вопрос. Что-то случилось во втором раунде, что изменило динамику боя. Я чувствовал себя хорошо, был уверен, особенно после первого раунда, но я не знаю, что-то произошло. Бам! И внезапно переключилось. Я всегда думал, что выиграю этот бой, но никогда не считал себя фаворитом, особенно в поединке с таким бойцом. Он, безусловно, настоящий мужик.